Всем привет, с вами Стрэй, не забывайте подписываться на канал. Кадыров пригрозил поломать пальцы комментаторам из Дагестана. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал дагестанцев, организовавших протесты из-за нового указателя на административной границе Чечни с Дагестаном. Запись политик выложил в Инстаграме, ее также опубликовало агентство «Чечня сегодня». В видео Кадыров призвал жителей Дагестана не поддаваться на провокации, а также пообещал поломать пальцы и вырвать язык всем, кто не будет уважать чеченский народ. Глава Чечни имел в виду комментарии пользователей из Дагестана под своими постами в Инстаграме, в которых жители республики якобы оскорбляли чеченцев и его самого. Кадыров добавил, что не нужно публиковать негативные комментарии на его странице, так как их устранением работает целая группа людей. Кроме этого, он пригрозил, что к дагестанским пользователям могут прийти постучать представители правоохранительных органов Чечни. При этом Кадыров благодарил главу Дагестана Владимира Васильева за правильный ход, которым он назвал реакцию главы республики на протесты в Кизляре. 10 июня неподалеку от этого города у границы Дагестана с Чечней состоялась акция протеста. Власти Чечни со своей стороны границы установили указатель с надписью «Чеченская республика, Шелковский район». В социальных сетях появилось видео, автор которого утверждал, что территория Кизляр стала территорией Чеченской республики. Именно эта версия событий спровоцировала спонтанный сход около 500 людей у указателя. В этот же вечер люди снесли дорожный знак. Руководство Чечни обвинило в произошедшем власти Кизляра. Грозным считаю, что мэрия должна была объяснить ситуацию местным жителям. Протестующие же считают виновным руководство обеих республик. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что население города восприняло указатели как не как дорожный знак, а как наступление. Накануне к месту протеста выехал глава парламента Чечни Магомед Даутов. Он пообещал повторно установить указатель. Ну а сегодня это все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.